В 12-й Лисской школе два учебных корпуса. Один построен 38 лет назад, второй на 10 лет позже. За это время ежегодно в них проводились косметические ремонты. Наиболее масштабные изменения в 2017 году произошли в пищеблоке и обеденном зале. После ремонта они стали современными. В них новое оборудование и мебель. Год назад во втором корпусе школы была отремонтирована кровля. Следующим этапом глобальных изменений стал ремонт на третьем этаже этого корпуса. Специалисты «Стройвектора» пришли на объект в первый половине июля и уже практически завершили работу. Они отремонтировали кабинеты, лаборантские, коридор и санузлы. Средства на такие изменения были выделены из районного бюджета. В ходе подготовки к новому учебному году в нашем учреждении образования произведен ремонт третьего этажа в корпусе номер 2, а также замена 95 оконных блоков. На третьем этаже отремонтировано 5 учебных кабинетов, 4 лаборантские, коридор, санузлы, установлены камеры видеонаблюдения, ожидаем новую мебель. Ремонтные работы на завершающем этапе. Сейчас мы чистим плитку, моем окна, двери, полы. Планируем завершить в установленные сроки до 20 августа. Ремонтные работы производила подрядная организация «Стройвектор», за что мы ей сегодня говорим большое спасибо. А также немалый объем работ был выполнен силами учреждения образования. Это демонтаж полов, окон, плитки, дверей и другие работы. На ремонт затрачено более 220 тысяч рублей. И, конечно же, мы сегодня выражаем огромную благодарность управлению образования, Лидскому районному исполнительному комитету за поддержку и помощь в развитии и укреплении материально-технической базы нашего учреждения образования. В течение прошлого учебного года в 12-й школе были приобретены мультиборды, компьютеры и дооборудован кабинет химии. Данное приобретение произведено за счет средств Министерства образования. В следующем году планируется продолжение ремонтных работ в учреждении. Более уютно, более комфортно. Конечно, мы рады тому, что происходит в нашем учреждении образования. 1 сентября за парты в 12-й школе сядут 1350 ребят, из них более 200 первоклассников. Это одно из самых крупных учреждений образования Лиды, поэтому к нему и такое внимание. Более 1500 мальчишек и девчонок будут учиться в 17-й школе, и для них тоже готовится подарок. Производится ремонт пищеблока и обеденного зала с заменой оборудования и мебели. Уже завершен ремонт фасада в 6-й Лидской и Бердовской школах и ремонт кровли во 2-й Березовской. Скоро отремонтируют кровлю в Лидской гимназии. И это только наиболее значимые изменения в учреждениях образования. Другие также готовились к новому учебному году. На их подготовку из районного бюджета было выделено более 1 миллиона рублей. Кроме бюджетных ассигнований, привлечено порядка 120 тысяч рублей спонсорских и внебюджетных средств.